Флейта, саксофон, труба, кларнет. В Лесногородской детской школе искусств звучат духовые инструменты. Московский областной конкурс в этом году собрал 76 участников. У нас номинации 4. Флейта, потом медно-духовые, номинация кларнет, гобой, саксофон и ансамбли духовых инструментов. Желающих очень много, нет отбоя. Надо сказать, что большое спасибо нашей администрации. Почему? Потому что этот конкурс один из немногих, который проходит на бесплатной основе. Андрей играет на трубе. Юный конкурсант занимается музыкой уже второй год, осваивает духовой инструмент и сольфеджио, поет в хоре. Я выступал в номинации «Медные духовые инструменты». Как я выступал, мне самому понравилось. Правда, подготовка была намного тяжелее, чем сам конкурс. Действительно, ребята подготовились на совесть, репетировали каждый день. Профессиональное жюри отметило высокий уровень подготовки конкурсантов и педагогов. Прежде всего, надо пожелать педагогам, потому что квалификацию необходимо повышать постоянно и быть в курсе всех современных тенденций. Московский областной конкурс духовых инструментов проходит с 2008 года. Ежегодно лауреатами и победителями становятся лучшие исполнители. Екатерина Крамер, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».